Любители яблок, короче, вам сюда. Здесь просто все вообще есть. Саша, какую-то подворотню завел нас. Здесь что? Ну, это самый близкий. Samsung? Способ. Короче, мы нашли S7. Цена 1750 всего. Алло. А зачем S7 на фоне Lav? Всем привет. Всем привет. Мы сегодня на рынке Тунгэнди, Шэньчжэнь. Пришли сюда с Лави купить телефон Samsung 7H. Так что мы сегодня пойдем пройдемся по рядам, посмотрим, реально ли это купить. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Телефон. Так, ну мы посмотрим, сейчас по рядам пройдем, посмотрим, что здесь есть. Так, сегодня суббота. Ну, людей достаточно много, да. То есть субботний день, выходной, все работают прямо так же, как и есть. Мы, кстати, здесь на прошлой неделе покупали два айфона черных. 128 гигов памяти, это iPhone 6 Plus за 3800 юаней. То есть это на рубли 35 тысяч рублей примерно по сегодняшним временам. Ну и давай пройдем, посмотрим, какого мы покупали, посмотрим, какой у нее еще выбор есть. Вот Саша буквально у нее недавно купил два телефона за 3800. Да, она боится. Все. Окей. А? 8, сколько стоит такой же? 128. 128, да. 128, да. 16, но... Да что-то она неприветливая какая-то. На камеру видит. Камеру боятся сразу. Сейчас, короче, хотим прицениться, сколько будет стоить iPhone 6s Plus на 128 гигабайт. Саш, сколько стоит? За 4 предлагает. Ну, цена вполне нормальная. Сколько? 4000 юаней. За 128 гигабайт. Белый, черный телефон. Сейчас, короче, пойдем в Samsung посмотрим. Samsung где-то в районе около 3000 должны стоить. Съемка нормальная не получится, потому что здесь продавцы боятся, чтобы их снимали. Видимо, они хотят, чтобы как-то они были запечатлены. Саша, в общем, подошел к той же продавщице, у которой буквально неделю назад покупал телефоны. Два айфона он покупал. И он подошел к ней и говорит, типа, привет, типа, что ты меня не помнишь? А она говорит, нет, я тебя не помню. Короче, реально боится, чтобы их снимали. Сделала вид, что их здесь его не знают. Что это, корпусы? Корпуса для телефонов. Но они, смотри, бэушные, да? Они бэушные, поздравляю. Может, кому-то пригодятся, но их очень много. Он батареи, да? Пойдем посмотрим еще. Короче, блин, тут, Саша, может, телефон собрать, да? Да, может, собрать телефон, прийти сюда с отверткой, уйти с телефоном. Да, да, да. А ты знаешь, а дешевле ли получится, нет? Да, лучше купить нормальный телефон вскоре. Слушай, ну тут столько народу тут вообще. Очень. Это не самое лучшее место, да, чтобы прийти сюда за покупкой, но просто здесь покупают все. Ну, здесь дешево можно купить бэушный телефон, правильно? Вот. И вот эти все люди, которые стоят, ждут чего-то, мне кажется, они просто ждут какого-то времени, когда будут телефоны подешевле. Может быть, к концу рынка, возможно, правильно? Но мы же не знаем всю эту кухню, правильно? Они просто по перекупы, они покупают и могут и в тот же интернет выкладывать на сайты, где бэушку продают, правильно? Вот эти все люди, это же не продавцы, мне кажется. Вот, с рюкзаками стоят. Я больше чем уверен, они ждут какого-то определенного времени. Потом они просто идут и покупают телефоны. Покупают, а потом отправляют. И, ну, в общем, перепродажники. Фу, блин, там так накурено. Уа. На самом деле, здесь я по молодости, можно сказать. Че?
года 4-5. Как раз не вылазил? Жил просто вот в этом. То есть мне здесь все так знакомо. Здесь. А. Все те же запахи. Да? Че, прям реально здесь жил? Да, я рядышком здесь жил. В смысле, ты как бы жил рядом, или ты просто я сюда, жил сюда здесь ходил? Буквально в 5 минутах отсюда пешком. Ты просто ходил сюда? Я сюда ходил, как бы, когда этим занимался, а эти годы. Это для меня было здесь первое место, где. А, где именно можно было подзаработать, да? Ну, здорово, интересно. Вот, нам нужно купить стекло на айфончик. Нага, люб, не да, нага. Нага. Сколько? За 5 юаней покупаем. Для iPhone 6 Plus. Стекло? Почем продаешь, дорогой человек? Что это, мама? Это 120 юаней стоит одна крышечка. Ну, они не новые, но сгодятся. Может, маленькие коски тут есть. 120 юаней кому нужно, обращайтесь. Саша, давай, мы хотим все Samsung. Веди нас к Самсунгу. В другом здании. В другом здании целое? Да. Это что, вообще просто здание для айфонов все сделано? Да? Короче, ребята, кто? Айфономаны, да? Или как их назвать? Да. Любители... Приезжайте меня сюда, и да. Здесь любители яблок, короче, вам сюда. Здесь просто все вообще есть. Корпусы, экраны, ремонт. Все можно поменять. Можно прийти с отверткой. Или даже отвертку можно здесь купить. Вот, можно собрать телефон. О, вот это самое интересное, когда на улице продают. Это вообще дешево, да? Вот эти такие штуки. Это, кстати, от новые? Пятерок. Новые? Не новые, но более-менее. Это... Вон эти слоты всякие под симки. Слушай, вот, продают вот как семечки. Сколько? И как семечки продают. Семечки продают. Сколько одна штучка стоит? Да, наверное, если попроще, бесплатно дадут. Что это, мамая? Что это, мамая? Еда. Ика. А, один юань стоит. Один юань стоит, окей. Так. А по весу продают? Нет, спасибо. Он мне дал одну штуку бесплатно. Давай ему. Сань, ты приколись. Сначала вроде выпросил у него. Ну, а он сопротивлялся? Он сказал, что ты, говорит, оказывается иностранец, и я тебе дам ее, эту штуку одну. Ага, прикольно. Саш, какую тебе подворотню завел у нас? Здесь что? Ну, это самый близкий способ. Samsung продают. Добраться сюда, то есть это через здесь улицы. Нет, здесь сказать. Ты мне скажи, здесь официально этот, как это, магазин-то? Это официально не Samsung. Ты посмотри, тут могли бы подвести, да? Фу, ну запах, конечно, здесь. Ни хрена телефонами не пахнет. Короче, мы нашли S7. Цена 1750 всего. 32 гигабайта, наверное, да? Наверное, маленький. Нормальное состояние. Тесла телефон? Да, Тесла телефон. Он, то есть, не на бензине, да, работает? Да, это работает на батарейке. На батарейке работает. Прикольно, это инновация. Ты какой ты хочешь? Ну, ты серебряный хочешь? Или золотой? Ну, наверное, может быть серебро. Ну, мне больше серебро понравилось. Да? Да, кстати, и... Саша, короче, торгует с ним. Давай, Саня, 3200, говори. Нет, ну мы как бы хотели сначала 3000, но 3000 не получается. Как бы просто очень выбор, маленький выбор, таких телефонов, он достаточно новый. И сложно найти, чтобы был не царапанный, чтобы идеальное состояние. Идеальное состояние, сейчас пытаемся 300, но продавец вообще ни в какую, вообще ни копейки не опускает. Короче, он хочет 3300. Да. Так что... Ну, мы, короче, сейчас его будем доканывать. Сотню, 3200, 300, как бы. Ну, как бы, хотелось бы уйти, как бы, с приятными ощущениями, со скидочкой. Но мы попробуем. Давай. Ты же здесь сколько лет уже работал? У тебя же должны вот эти навыки-то остаться. Ты же торгуешься, ну, как бы, торговался же до этого, правильно? Да. Ну вот, давай здесь.
Саш, скажи к другому, что идем. Скажи, айфон купим. Скажи, я стою, думаю, за этих 200, скажи, думаю. Да я сейчас даже надо купить, я не хочу сюда. Айфон надо взять. Че, ну, че, продает нам? Короче, он, по-моему, скинул нам 100 юаней. Но там максимум, что можно было сделать. То есть мы его покупаем. То есть он нам за сколько сейчас отдаст? За 3200. 3200 отдаст? Серебро, да? Он ничего мне не ответил, он просто взял и пишет квитанцию о покупке. О, ребята, это максимум, что можно было сделать. На самом деле, просто очень сложно найти за такую цену телефон. Их вообще нету нормально. Просто так нам ну, повезло, и мы его купили за 3200. Это сколько в рублях стоит? 30 тысяч рублей, да, получается, примерно? 31? 31. Ой, 32 тысячи. Если 3200 юаней, это 32 тысячи рублей. Я думаю, ты будешь доволен. Давай еще раз его проверим на всякий случай перед уходом, чтобы зарядка там все работала. Да. Смотрим телефон. Эй, чё вам идти за ба? Чё вам идти за ба? Зарубал, а? Покажи себя, да, и мэм, он пиздец, но ем мой син. Саша, расскажи, что... Все с наклейками, все приклеили, напечатали. Да, кстати, полный, смотри, комплект полный. Давай-ка положим так, чтобы камеру не царапать. Смотри, коробочка, все, 32 гигабайта. Давай, Samsung Galaxy S7H. Это вообще, я хотел такой телефон. Анпак делай прямо сейчас. Смотри, скрепочка, все дела, полный комплект. Блин, я достать не могу. Давай его, стереби коробку, рви ее на части. Смотрите, скрепочка, все есть, смотрите. Это какой-то там переходник Type-C, это можно заряжать кого-то, прикинь. Это, короче, коннектор USB. Все свежее, смотри. Да. Не юзан. О, розетка, посмотрите, ребята, розетка вообще просто огонь. Так-ка. Саша, ну он точно трехсетевой? А? Да, он трехсетевой. То есть мы покупаем его как трехсетевой, чтобы он в трех сетях работал. Коробочка. Смотри, все на вью вообще. И мы что, вообще не пользовались, что? Да, все есть. Все, свежее, все. Все есть. Так, включаем телефон. Где у него зарядка? Где? Пускай даст зарядку. 5-60 минут. Включаем телефон. Саша, кстати, расскажи ребятам про трехсетевой, что значит. В Китае есть понятие трехсетевой телефон, который работает в трех сетях. China Unicom, Telecom и China Mobile. То есть в основном это три сети, которые используются в Китае. Боковая менюшечка. Посмотри, как он вообще просто блестит. Икра. Улыбайся, улыбайся, покажи, как ты доволен. Ну, сейчас. Я еще пока не понял, подожди. Так, смотрим наш фейс. Вот он. Нормально. Ну все, нормально, да? Да, отличный телефон. Берем? Берем. Готов к оплате. WeChat. Набирай заветные цифры. Да, 3200. А пароль смотреть нельзя. Все, мы ему перевели 3200 юаней. Он получил и доволен. Все. Спасибо. Ну вот, не прошло и часа. Примерно за это все время пробежались, посмотрели, купили телефон Samsung. Мне телефон купили. Ура! И мы купили, я считаю, что недорого. Потому что в России такой телефон, даже бэушный, примерно будет стоить 4000 юаней, 5000 юаней. Вот. Мы купили его за 3200, за 32 тысячи рублей. Я считаю, что это вообще нормально. Состояние у него, конечно, бэушное. Видно небольшие клоцки и так далее. Я думаю, что
в принципе, за эту цену нормально, да. Они не сильно заметны, эти коцки, поэтому я считаю, что наша миссия была выполнена на 100%, хотя было очень сложно, да, Саша? Мы ходили. Вот если сюда идти за айфоном, то айфон купить реально можно. Прям, ну, и найти, да, и поторговаться. Объем продаваемых. Очень много, да, айфонов и так далее. Он трехсетевой, это очень важно, потому что мы живем в Китае, и нам нужен вот именно этот формат, который у нас в обычных российских телефонах не поддерживает, не изменяет и продукцию. Мы только что вышли из магазина, где покупали телефон, а за нами продают куриные ноги. То есть мы сразу пойдем заснимем. Алло! Алло! А зачем S7 на фоне WAP? Они понять не могут. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Всем пока!